Это Пневмат 24. Сегодня у нас обзор бинокля. Бинокль называется ППЦ-1245. Сделан он в Казани. И благодаря своим особенностям оптики и конструктиву его смогут оценить туристы, рыбаки и охотники. Большой диаметр объектива в 45 мм с приближением 12 крат. Оптика на основе призмы типа Porro. Ее многослойное просветление принесут вам превосходное изображение по всей обширности поля зрения во всех его оттенках и цветах. На оптику нанесено специальное рубиновое покрытие, повышающее контраст в изображениях при сумерках и создает фильтр от вредного инфракрасного излучения для глаз. Оптика произведена из специального стекла. Для того, чтобы настроить ваш бинокль, а именно сфокусировать его, подкорректировать резкость, нужно лишь повернуть головку центральной фокусировки, и нет необходимости делать это по отдельности в каждом окуляре. Сам прибор выполнен в классическом стиле, с корпусом из металла, окрашен черный цвет, прочный, с удобной формой, что позволяет надежно держать его в руках. В комплектации шейный ремешок, две пары крышек для объективов и окуляров, чехол из кожзама. Продукция этого завода обладает сертификатом соответствия по ГОСТу Российской Федерации с гарантией 5 лет. Сам девайс универсален, а потом он будет верным спутником для различного рода мероприятий по причине качественной оптики и своих небольших габаритов. Это может быть путешествие, поход, может быть концерт, либо спортивный матч. Надежный и качественный, ничем не уступает моделям, произведенным для вооруженных сил. Приобрести его вы можете у нас на сайте, ссылочку я обязательно оставлю в левом верхнем углу. Это был магазин Пневмат24, ждем вас у нас, всем пока.